Друзья, здравствуйте! Мы запустили новый проект, который называется «Освобождение от проблем». И там первым шагом является очистка своего тела от негативных воспоминаний. Вас когда-то обманули, предали, украли что-нибудь у вас, сделали другую неприятность, оскорбили. И это живет у вас и периодически вспоминается. И знаете, это оказывает влияние на вашу жизнь. Оказывается, что любая негативная эмоция, особенно сильная, оставляет свой след в нашем теле. И когда этих переживаний много накапливается, то они начинают оказывать влияние на ваше тело и на здоровье. Падает энергетика, вы ввязываетесь в конфликты помимо своего желания с тем, кто сделал вам гадость. Вы помните о нем, вы боитесь, если вас предали, обманули, например, изменили вам, то вы потом боитесь, что вас снова изменят, и ваши отношения, возможно, рушатся и так далее. То есть негативные переживания имеют достаточно много причин и создают много проблем. Люди об этом не знают, психологи об этом что-то знают, что-то нет. Вот. Но это есть, это факт. И оказывается, свое тело можно очистить от этой дряни, от их эмоциональной грязи с помощью приема прощения. Есть, мы предлагаем два приема. Скажем, первый прием – эффективное прощение. Это когда вы дышите активно, заряжаетесь энергией, и в этот момент вы говорите слова «я прощаю». Я прощаю родителей, там, маму, папу прощаю, себя прощаю, деньги прощаю. Если вы родитель, то прощаю сына или дочку. Женщины прощаю свое тело за то, что он там толстый, сказать, некрасивый, еще какой-то. В общем, техник прощения существует множество, но мы предлагаем вам 8, по-моему, или 9 различных техник прощения. Техники с дыханием, эффективное прощение. И есть нейрокорректоры. Это такая запись. Там сначала записываются фразы прощения на эти же объекты. И потом они кодируются с помощью специальной программы так, что они не слышны. Они накладываются на звуки птички поют в лесу. Вы включаете эту запись и занимаетесь своими делами. Работаете на компьютере, занимаетесь работой, смотрите телевизор, спите даже. А эти программы убирают из вас блоки. И ваша энергетика поднимается, здоровье улучшается. Вы перестаете конфликтовать с теми людьми, с прощением, на которых вы работали. Жизнь меняется радикально. Это первый шаг. Если у вас проблема еще не исчезла при этом, то там нужен второй, третий, четвертый шаг. Но как бы это уже ваш выбор, что хотите делать, хотите нет. Но мы предлагаем вам бесплатно поработать на шаге один. Нужно для этого зайти на сайт Сияш.ру, зайти в проект «Освобождаемся от проблем», опуститься ниже немножко на шаг один. Посмотрите видео, если хотите, как это работает. И поработать либо с эффективным прощением. Я, например, люблю работать с эффективным прощением, с дыханием. Такая энергетическая техника и заряжает, и оздоравливает, и убирает воспоминания. Либо послушать нейрокорректор. С энергетическим прощением нужно будет работать час-два с дыханием, но это нужно тратить время. Может, 3, там побольше. Если вам лет 40, и вы там лет 20 с кем-то ругаетесь, то понятно, что вам часов 20 придется работать. А нейрокорректор нужно слушать. Но поскольку это не требует ничего, ни усилий, ни времени, ни внимания, просто включу птички, чирикают, и ты занимаешься другими делами, любыми своими делами, то там нужно подольше, конечно, там часов от 100 до 200 часов слушать. Ну, штука 200 часов. Это можно включить, если вы дома находитесь, включили, весь день птички чирикают, и вы занимаетесь своими делами любыми. И через 20 дней, через месяц у вас полностью очистилось тело от воспоминаний негативных по отношению к тому объекту, с которым вы работаете, который вы выбрали. Так что пользуйтесь, халява. Понятно, что обычно подозревают, что вы дали халяву, но потом последует какое-то предложение. Я никаких предложений не делаю, пробуйте, решайте сами, а дам, если захотите почиститься от тех объектов, которые мы не дали, соответственно, поскольку бесконечно ругаться можно и с другом, и с сестрой, и с братом, и с кем-то еще, значит, с автомобильными пробками, с начальством, с правительством, кем-то еще. Это уже, если захотите, вы сами поработаете отдельно. У нас есть такой специальный сайт нейротренажер, на котором можно поработать. Но это ваш выбор. А сейчас я предлагаю попробовать эту технику. И если почувствуете реальное улучшение, но только это не получится, а не сейчас, к сожалению, это нужно поработать, то у вас произойдут очень чудесные изменения в жизни произойдут. И если вы умный человек, то вы захотите двигаться дальше. Так что вы заходите на сайт Сияш.ру, выбирайте первый раздел, нажимайте на кнопочки и выбирайте, с чем вы будете работать. Вам выпадет телеграм-канал, значит, внутри которого есть запись этого инструмента. Успехов! Таких чудесных подарков вы не получите больше нигде. Ваш Александр Сияш.